What we just looked into was really learn where you have authority to do something. То, что мы рассмотрели только что, это научиться тому, в чем у вас есть власть, вам дана власть делать что-то. Ask yourself if you are doing something to which you are not authorized to do. Или задайте себе вопрос, делаете ли вы что-то, на что вам была дана власть? Вы не были уполномочены. Now let's look at something interesting points of authority in the scripture. Рассмотрим интересные очень моменты власти в Писании. There are four places I have picked in the Bible. Библия выбрал 4 места, 4 отрывка. Matthew 20. Матфея 20 глава. 25 to 26. Стихи 25-26. Luke 22. Луки 22. 24-27. Стихи 24-27. Mark 10. Марка 10. 42-45. Матфея 19-28. And if you pull these scriptures together, и если вы соедините эти отрывки вместе, it says Yeshua called them to him and said. И там говорится, Иешуа подозвал их к себе, подозвал и сказал. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them. Вы знаете, что князья господствуют над ними. And their great men hold them in subjection and tyrannize them. It's which passage? Matthew 20, 25, 26, for instance. Mm-hmm. And verses 25-26. Mm-hmm. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. It says that it shall not be so among us, but whosoever wishes to be great among you must be your servant. Между вами да не будет так, кто хочет быть большим, да будет слугой. So now we see from the scripture and we understand from the Bible. Теперь мы видим на основании Писания that и понимаем основание Библии. Authority is far from dominion and tyranny. Authority is completed in servanthood. Власть далека вообще от тирании и господствования, господствования. Власть, она вообще совершается полностью в служении. Authority is completed in servanthood. Власть завершается в служении, совершается. It's very important that you know this. Совершенно в служении. И очень важно, чтобы вы знали это. Our authority is given to us to serve people. Наша власть, которая дана нам, в том, чтобы служить людям. Not to gain dominion. А не для того, чтобы владычествовать над ними. But to serve. Но служить. So who wants authority? Поэтому кто хочет власть? If you want authority, если вы хотите власть, you want to serve. То вы хотите служить. My authority is given me to serve people. Моя власть дана мне для того, чтобы служить людям. Yeshua was the greatest servant of them all. Иешуа был самым великим слугой из всех. He served the people. Он служил людям. And so should we. И так же должны мы делать. So, in the world, authority means to rule. В мире власть означает править. And to tell people to do something. Господствовать, указывать, что делать. In the Bible, authority means. Власть означает. How can I serve you? Как я могу послужить тебе? What can I do to you? Что я могу сделать для тебя? That's the difference. Вот в чем разница. And it's very important for us to understand this because this has something to do with the nature
of authority. Это очень важно, чтобы мы понимали это, поскольку все это связано с природой власти. And we are going to look into the nature of authority. И мы рассмотрим природу власти. Later on. Позже. First of all, let's look at the word dominion. Давайте также рассмотрим слово господство. God gave man dominion over the earth, the birds, and over the animals. Бог дал человеку господствование над землей, над животными. But not over humans. Но не над человеками, не над людьми. Dominion is the right to treat someone or something however you find it suitable for you. Означает, что вы обращаетесь с чем-то или с кем-то таким образом, как это вам угодно или хочется. A master dominates his slave. Господин господствует над своим рабом. So the master may benefit the most. Для того, чтобы господин получил больше всего преимуществ. So we see in Genesis 1:26-29, как и в Бытие 1:26-29, мы видим, that authority and dominion was given by God Almighty to mankind. Что власть и господствование было дано человеку, всему человечеству. It says, и там говорится, let us make mankind in our image, after our likeness. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. And let them have complete authority and dominion over the fish. Genesis 1:26-29. И да владычествуют они над рыбами морскими. Yeah. You read it? All the whole verse? Yeah. И над птицами небесными, и над скотом, и над всей землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Бытие 1:26. So we need to notice that God gave man dominion over everything upon the planet and over the planet itself. И также мы вот это понять должны. Бог дал господствование человеку над всем, что находится на планете Земля, и также над самой планетой. But he did not give authority over man. Но не над человеком. Все кроме человека. Господство не над человеком. So that means in practice that we are given authority to do with creation what we want. Практически это означает, что мы можем делать с творением все, что хотим. Rule over the earth, reign over the earth. Править над землей, господствовать. So we can cross flowers, seeds of flowers and get a brand new flower. Допустим, чтобы выводить новые сорта цветов. We can try to cross an elephant and a dog. Мы можем, конечно, скрестить слона с собакой. Не только цветы. It's okay, we can try to do it, but it's not possible because God put up limits in between the species. Можем, ну, в принципе, можно попытаться это сделать, но все равно не получится, потому что Бог поместил как бы эти границы между видами животных, родами. You cannot cross a dog and a giraffe. Между семействами невозможно скрестить собаку. And get a dog with a long neck. Собака с жирафом будет собака с длинной шеей. It's impossible. Это невозможно. But you can cross a horse and a donkey. Можно лошадь с ослом скрестить. And you get a mule. И будет мул. But you cannot get the mule to get children. Но невозможно сделать, допустим, чтобы мул рожал детей. But because there are limits. Из-за этих границ. So we are given authority over this planet Earth within some limits. И нам дана власть над этой планетой Земля, но в определенных пределах это власть. But we were not given dominion over each other. И не была нам дана власть или господство друг над другом.
That authority or dominion over each other is something we unrighteously takes. Это господствование друг над другом, то, что мы берем неправедным образом. But God told us to serve each other in humbleness. И Бог сказал нам служить друг другу в смирении. What is humbleness? Что такое смирение? Meekness. Meekness. Кротость. Почтение, respect. Respect. Любовь, love. Okay. Послушание, obedience. Right. Would you mind us take some minutes to look into true humbleness? To look through what look it is. Look into it, yeah. И давайте также теперь посмотрим на то, что такое смирение. You see, when I was brought up as a young boy, когда меня воспитывали, когда еще был маленьким мальчиком, I was taught humbleness. Молодым человеком еще, и меня учили смирению. And it was like, oh, I'm nothing. И такое ощущение было, а, я ничто. I just do what I'm told. Я просто ничто, я делаю то, что мне сказали. You know, it's not really me. Ну, это, в принципе, не я. But, okay, I help. But ну, I'm, ладно, я там it's делал. Not. So, но it gave me a low self-esteem. Как бы это привело меня к низкой самооценке. And that is not humbleness. А это не смирение. Это humbleness не смирение. Is not having a low self-esteem. Смирение это не означает, что у вас низкая самооценка. Humbleness, according to the Bible, смирение в соответствии с Библией, is far more. Намного больше. And it is a gift. Это дар. Are you, I'll ask you questions. Are you able to be humble? Я хочу спросить вас. У вас есть способность быть смиренными? You are? Okay. Можете вы быть смиренными? You are really able to be humble? Можете ли вы быть смиренными? I believe you are. Я верю, что так и есть. But let us see what humbleness is. Ну давайте теперь посмотрим на то, что такое вообще смирение. Right? Because I wasn't, I had to die in myself to be humble. Поскольку мне нужно было умереть внутри себя, чтобы стать смиренным. Something in me had to die. Что-то внутри меня должно было умереть. What had to die was myself, my man spirit. Мой человеческий дух, я сам должен был умереть. Had to die. Because the Bible says that we should carry each other's burden, right? Так как Библия говорит, мы должны носить бремена друг друга. It means we should care for each other. Это означает, мы должны заботиться друг о друге. So, if you suffer, I suffer. Поэтому если вы страдаете, я страдаю. Carry for each. Do you care for each other? Заботиться друг о друге. Заботитесь ли вы друг о друге? Really? На самом деле. Do you care for each other? Заботитесь друг о друге. You know, in Denmark, в Дании, when we see someone having a hard time, когда мы видим, что у кого-то какие-то трудности в жизни, we would say, то мы говорим, oh, he just made a bad choice. Мы говорим, а, он ошибся с выбором, неправильный выбор Poor сделал. Man. Бедный человек. Poor woman. Бедная женщина, бедный мужчина. They have to sort it out themselves. Теперь должны сами It's not my problem. Должны сесть, теперь должны... It's their problem. Сам должен это все решать, это не моя проблема, это его проблема. It's their life. Это его жизнь. But the Bible says we are to care for each other. Но Библия говорит, что мы должны заботиться друг о друге. So if you have a hard time, I'm to care for you. Поэтому, если у вас какие-то трудности, я должен заботиться о тебе. To care means help. А заботиться означает помочь, помогать. It means help. Это означает помогать. Now, I would use an example of ministry to illustrate what I mean by true humbleness. И я хочу использовать пример служения для иллюстрации настоящего смирения.
When I was young, and trust me, I have been young. Когда я был молод, и поверьте мне, я был молод. I was with three other men at my age. И там было еще три парня моего возраста. 16 years. Где-то нам было 16 лет. And we were all determined to serve the Lord. И все мы решили служить Богу. As soon as we got saved, we would serve the Lord. Как только мы спаслись, мы сразу решили служить Богу. One was good at his guitar and sang well. Один очень хорошо играл на гитаре, очень хорошо пел. Another one was good at his banjo and sung well. In what? Banjo. 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 It's kind of a small guitar. Banjo. Yeah, banjo. Banjo. Другой очень хорошо играл на банджо. And every church asked for them to come. И каждая церковь просила их, приглашала их к себе, чтобы они посетили их. They asked for them to come sing. Приглашали их, чтобы те пришли пели. In the services. И были на служении. I wasn't good at anything. А я вообще, у меня ничего хорошо не получалось. But I decided to be good at the Bible. Что я буду хорош в Библии вообще. Знать Библию. As good as anyone would be to do anything, I would be good at the Bible. Что все делают, at teaching, допустим, preaching. Кто-то хорошо умеет делать другие вещи, я буду хорошо знать Библию, учить, проповедовать. But I wasn't at that time. Но в то время такого не было положения денег. So when they were called to churches around, поэтому когда их приглашали в окружающие церкви, I was at home. Я был дома. Hey, do you want to hang out with me on Sunday? И they asked you? I asked them. Я спрашивал их, ну, хотите со мной в воскресенье провести время? No, we are going to a church down there Нет, to sing. Мы в церковь идем. You're welcome to join us. Будем петь там, ты можешь с нами идти тоже. So I went with them to the church. Поэтому я шел вместе с ними в церковь. I sat in the congregation. Я садился в общине. I heard them sing. Я слушал, как они пели. And I was jealous. Я завидовал. Oh, I wish they would hear me. О, хотел бы я, чтобы они меня услышали. Why them? All the time they ask them. Почему постоянно они? Постоянно они. They are asked to a restaurant to dinner. Их приглашают в ресторан на обед, а меня нет. They are always the ones they ask to hear. Всегда. Not me. Затем в один день. One of them came to me. Один из них подходит ко мне. Said, I've been asked to go to that church. It's a huge church. Говорит мне, но он меня пригласил в ту большую церковь, она просто очень большая. I'm to sing a song I wrote. Я буду петь песню, которую я написал. Can you get me down there? Because my car broke down. Можешь ли ты меня подвезти туда, потому что моя машина поломалась? Can you take me down there? Можешь меня подбросить туда? Nobody ever asked for me. Nobody ever asked for me. И никто никогда меня не приглашал. So I said, я сказал, get down there by yourself. Сам едь туда. Use the train. Сядь на поезд. I don't care. Go down there yourself. Мне все равно, едь сам туда. Because I was jealous. Потому что я завидовал. And my jealousy made me a bit angry. И из моей зависти я стал таким злобным. I became angry on the whole movement. Я разозлился вообще на все движение. Because always them. Потому что всегда Never они. Me. Никогда меня не было. Now, then one day I read in the Bible. И затем один день я прочел в Библии. We should care for each other. Мы должны заботиться друг о друге. Looking into that, I found that through humbleness, я узнал благодаря этому, что через смирение is the capability приходит способность of helping other people помогать другим людям to reach their full potential, потому чтобы они полностью реализовали свой потенциал and become what God created them to be, и стали тем, кем их Бог создал. And if that includes that they will go far beyond me.
И если даже это будет выглядеть так, что они будут выше, чем я, станут выше, чем я, пойдут дальше, чем я. If that will give a worldwide ministry. И даже если они будут заниматься всемирным служением. While I'm still going in the old hometown. Даже если я буду в hometown. Оставаться в моем городе. Where we started. В городке, где I'm мы начинали. That church, in that small church. Все еще буду в той церкви they небольшой. They are singing to thousands of people. Они поют для тысяч людей. He is preaching for thousands or ten thousands of people. Он проповедует тысячам или десяткам тысяч. He is on television every day. Каждый день он его по телевидению Everybody видно. Everybody knows him. И каждый знает Everybody его. Everybody holds the door for him. Каждый открывает дверь для него. Not for me. А не для меня. Everybody doesn't greet me in the streets. И не каждый приветствует меня на улице. They don't have respect to me in the streets. Что ко мне нету уважения на улице. I have to do everything myself. Что я все должен делать сам. And if I can see that, not being jealous. И если только буду смотреть на это, но не через глаза гордости, зависти. You know, if не завидуя. If I would help you. In a ministry, I would teach you as far as I could. Если я помогу тебе, насколько это возможно, чтобы ты достиг своего потенциала в Боге. And your ministry became worldwide. И чтобы твое служение стало мировым. And you were asked for. И чтобы тебя смогли просить. If I can look upon that and be happy because of you. Если, допустим, я могу смотреть на тебя и буду счастлив за тебя. Even though you are far greater than I am. Хотя ты и намного выше, чем я. I can look at that and not be jealous. Намного знаменитее. Я смогу смотреть на тебя и не завидовать. That is humbleness. Вот это означает смирение. That is humbleness. Это означает смирение. But very often we do what I did as a young man. Очень часто мы поступаем так, как я себя вел еще в молодости. We ask the question, why them? А мы задаем вопрос, почему они? Why him? Why? Почему Why он? Not me? Почему она? Почему не я? Lord, here I am. What about me? Господь, вот я. Что насчет me, меня? Me, me. Я. That's ego. Это эго. Get rid of it. Избавьтесь от него. Serve in humbleness. Служите в смирении. Because it is in humbleness. Поскольку в смирении. You can use your authority. Вы сможете использовать свою власть. It is used to serve other people. Использовать ее для того, чтобы служить другим людям. You have something to ask for that? Questions, you mean? Yeah, questions. Вопросы, может, какие-то поэтому есть? Yes, they have. Okay. Because the Bible tells us. Формулировка смирения. Can you give a definition of humility? Yeah, well. Definition. Short definition. Short. Humility is the ability to see other people grow far beyond you, not being jealous. Смирение — это способность видеть рост, успех другого человека, даже выше, чем, ну, рост, который превосходит твой рост и успех, и при этом не завидовать. Okay. Хорошо. The ability to see other people serve at a higher level, not being jealous. Способность видеть, как другие люди служат на высшем уровне и не завидовать. A lot of people envy. Многие люди завидуют. But get rid of that. Но избавьтесь от этого. It's not in the Bible. Этого нет в Библии. Now we will move into about building the kingdom. Теперь мы перейдем к тому, как созидать царство, строить. And we have authority to build the kingdom. И у нас есть власть созидать царство. And catch people's attention for the kingdom. Внимание людей к царству. We have authority to build
congregations. На нас возложена власть, у нас есть власть созидать общины. Now, what I will tell you about is the church and you. Что я могу сказать о церкви и о вас? The congregation and you. О общине и о вас. Now, listen to this. This is very important. Послушайте вот что, это очень важно. You can never be in authority unless you understand to be under authority. Вы никогда не сможете быть у власти, если вы не поймете, что такое быть под властью. You cannot be in authority. Вы не можете быть у власти. Unless you first have been under authority. Если только вы сами, во-первых, не стали под власть. Understand this. Поймите это. What other people does is not your responsibility. Что делает другой человек, это не ваша ответственность. So, поэтому, let's have an example. Допустим, пример такой. Has the pastor a right to claim something from me? Есть ли у пастора право требовать что-то от меня? Answer? Ответ? Yes. Да. Да. He has. Да, есть. Your responsibility is how you respond to his claim. На вас ответственность лежит в том, как вы прореагируете на его требования. You can make it hard for the pastor to do something, or you can make it easy. Усложнить все для пастора, либо же так сделать, что для него будет легче что-то сделать. God will hold you responsible for your response. И Бог будет с вас спрашивать за вашу реакцию, ваш отклик. For instance. Например. As a young man, I was working in the church. Еще будучи молодым, я работал в церкви. The pastor came to me. Пастор пришел ко мне. And asked me to remove a pile of sand. И попросил меня, чтобы я убрал кучу песка. Well, maybe 5 tons with sand. Where? Laying. Там было 5 тонн где-то песка, куча такая. And I was given a shovel. Мне дали лопату. And he said, "Can you remove that pile of sand from here to over there?" И он попросил меня, чтобы я It was about перенес этот песок с одного места на второе. Yards. Distance. Yeah, distance. But 6-7 yards. Meters. Meters, how many meters? And I said, yes. 6-7 ярдов на расстоянии надо было нести. So I started to remove the sand from one spot to another. И начал переносить этот песок весь. And the pastor came and took the workers in the church, into the church, and said, let's have a meeting. И пошел в... Like service, you mean? No, not service. They had a meeting for contractors, for builders. Там были строители в церкви еще другие, и он сказал, надо сделать встречу такую. All the people working of building this church. Все те, которые строили эту церковь, have a meeting. Должны были собраться все вместе. And they sat around the table. Они сели за стол. With their water and their soft drinks. Ну, налили себе там. Discussing. I was working hard on that pile of sand. Выпить там водичку, что-то еще. А я работал, переносил весь этот песок в это время. Having removed 1 ton, still remaining 6 or 5 tons. Я еще одной даже тонны не перенес, и там еще оставалось 5-6 тонн. I had enough. Мне уже было достаточно. Well, up to here. Да, you mean this high? Yeah, I was fed up to here. I couldn't take it anymore. Я уже, you were tired, you mean? I was angry. Я спрашиваю, вы устали? Он говорит, нет, я был зол, меня это все уже достало. I put the shovel into the sand. Воткнул лопату в песок. I went into the room where the pastor was sitting. Пошел в ту комнату, где была встреча. I said, move the sand yourself.
И сказал, а ну сам переноси песок. He just looked at me. Он посмотрел на меня. And I went home. Я пошел домой. The next Sunday, следующее воскресенье, he didn't even look my way. Он даже не посмотрел на моем направлении. And I felt terrible. Я чувствовал ужасно. You see, the point is that if you are asked by someone in authority level over you to do something to which you do not agree. И суть в том, если кто-то во власти, у власти попросил вас сделать что-то, с чем вы не согласны. Does this person have the right to ask you this? Yes. Есть ли право этого человека просить вас об этом? Да, есть право. Your responsibility is how you respond to what he asks you. На вас лежит ответственность такова, как вы прореагируете на его просьбу. And the Lord will hold you accountable to your response. И Господь сделает вас подотчетным за вашу реакцию, ваш ответ. Someday you will have to answer to the Lord himself for your response to that claim. День вы должны будете отвечать перед Господом за свою реакцию, за свой отклик. But the pastor will be held responsible for what he claims. И пастор будет ответственным за то, что он требовал. For what he asked of you. За то, что он просил у вас. And you will be held responsible for those under you. За тех людей, которые под вами находятся. You have the right to ask them? Yes. У вас есть право их просить? Да, they есть. They will be held responsible for what how they react to your claim. И они будут ответственны за свой отклик на свой отклик will, на вашу просьбу. But you will be held responsible by God Almighty someday for why did you ask them to do this? И также вы будете ответственны, нести ответственность перед Богом Всевышним. That's what God will ask you. Всемогущим за то, что вы просили от них, требовали от них. So having authority means that you will be held responsible for what you ask of other people. Власть означает, что вы несете ответственность за то, что вы просите у других людей, у других людей. Now, if you have to understand what it is, what it means to work under authority. И нужно понять, что означает работать, действовать под властью. And if you do not understand the inner being in authority. Если вы не понимаете саму сущность власти. If you do not understand that, если вы не понимаете этого, authority will take over and develop into dictatorship. То власть превозобладает и превратится в диктаторство. And we don't want dictatorship. А диктаторство мы не хотим. You must know your pastor is not working against you. И вы должны знать, что ваш пастор, он не против вас настроен. He is here to build the kingdom with you. Он здесь для того, чтобы созидать царство вместе с вами. So, authority in the kingdom of God is, you can read about that in Matthew 8:9 and in Luke 7:8. Поэтому вы можете прочитать о власти в Матфея 8:9 и Луки 7:8. Authority is a power, a person, власть — это сила, or an office. Это сила, это человек, личность какая-то, либо какое-то учреждение. Whose function is resting upon the ability to is resting upon the ability to take this power. На которых возложена функция использовать эту силу. Now, we have human authorities. Есть человеческая власть, человеческие власти. And the understanding of authority is really important. И понимание, что такое власть, очень важно. To most people, authority is power. Для большинства людей власть — might. Это сила, мощь. Authority is influence. Это влияние. And far the most people wants influence, power,
И намного больше людей хотят and authority and the right to determine things in life. Хотят это иметь влияние, силу, мощь и определять, что они хотят сделать в жизни. Now it's very interesting. I don't know much about Ukraine about an authority. But I do know Украины насчёт власти, но я знаю одну вещь. But in the Western world in general, что в западном мире вообще в общем таком the tendency to obey authority, well, almost like it's in the society. It's just there. People obey authorities. Существует тенденция к тому, что люди слушаются власти. And have you heard about the Milgram experiment? Which one? Milgram experiment. Слышали вы ли об эксперименте Милграма? Okay, I'll tell you about it. Я расскажу вам, что это. It was carried out some years ago. Несколько лет назад его провели. And it showed that more than 60% of chosen people. И там был такой результат, что больше чем 60% тех людей was willing to torture a person till death if they were given an order from a suitable authority. 60% of them. 60% of the people showed a willingness even to torture other people to death. Mm-hmm. Why? Because they were given that order by a higher authority. I see. If they were given that authority, they would torture others. Yeah. В чем смысл? То, что 60, больше 60%, если бы им дали власть необходимую, то они бы, желание у них было бы такое, охота других мучать вообще, казни, пытки, все такое, если бы была дана такая власть. Let us just see how they did it. They had persons that did not know each other. Как они это сделали? Они взяли людей, которые друг друга не знали, незнакомцев. There was a person who had a white robe on. И один был человек в белой одежде. And he was clearly either a doctor or a professor or something like that. Он либо доктор, либо профессор какой-то. And they had a table in a room. И в комнате поставили стол. And another person was called into the room to sit on a chair by that table. И позвали одного человека, он сел в комнате за столом. On the table there were some control wired device. И на столе лежал какое-то приспособление, такое пульт управления. And it was connected to another room, which they could not see. Так что это приспособление было, ну, соединено с другой комнатой, так что не видно было, что там происходит. In the other room was a third person. Third one. A third person. Был третий человек тут во второй комнате. Whom they did not know. В той комнате, которого они не знали. Он не знал. And they could not see. И не мог видеть. So the person in authority clearly the professor or и этот человек власти, этот доктор или профессор, said, this is an experiment we are doing. Говорит, вот такой эксперимент мы проводим. We want you to ask some given questions to that person in there. Ask questions. Задай вопросы вот тому человеку, который находится в той второй комнате. And the person will answer your questions. Человек ответит на твои вопросы. If he answers wrong, если он ответит неправильно, you just turn this button a little, то поверни эту кнопочку немного. So he will have some electric power coming through his fingers. Who will have that? That person in the other room. So you see, you, the person at the table, should, if the person in the other room answered the questions wrong. Если тот человек во второй комнате неправильно ответит, этот поворачивает кнопочку и там ему бьет потом. There was a button. Там током по пальцам. They could turn, and electric power would go through wires and hit that person who answered wrong.
То есть сразу тот человек почувствовал, неправильно ответил, сразу его током по пальцам ударил. Nothing dangerous. Но ничего опасного не было. But just enough to make him feel it was wrong. Но достаточно, чтобы он почувствовал, что он неправильно сказал. And he said, okay. Тот сказал, хорошо. And they said, well, ask this question. И они сказали, ну, задай этот вопрос. And the person answered wrong. He said, give him some power. Человек ответил неправильно. Этот, ну давай теперь пусти. He gave him power. Ток по нему пусти. Тот. And he heard from the other room. He heard, oh. И он услышал из той комнаты вот такой восклик небольшой. So he said, give him another question. Потом этот доктор говорит, еще один вопрос задай ему. And they did that. И они также сделали. And the person answered wrong again. И снова неправильный ответ. Give him a little more. А ну добавь немного электричества. And he turned up the power. И он включил вот эту кнопку. Yeah. Ah! What he heard? He couldn't see him. Он его не видел. But he heard that. Но он слышал его, услышал этот восклик. Now after having asked five questions, all answered wrong. И вот после пяти вопросов все. The professor said, give him full power. Из которых были отвечены неправильно, именно four times stronger. И профессор говорит, а ну давай на четыре, в четыре раза увеличь вот эту мощность электричества. И он услышал, как тот человек кричал уже в той комнате. Когда он задал вопрос снова, ответ неправильный. И когда уже кнопку то повернули до упора, there was a caution there, a warning, saying, power at this level will kill a person. On that button? Yeah, it said that. Там была на кнопочке такая, это вот получается надпись, что вот сила, вот такая вот мощность или вот эта сила, власть, ну другими словами, убьет человека. So when he was wrong the sixth time, the doctor came and said, "Give him it all." И поэтому, когда после шести вопросов были все неправильные, доктор говорит: "Ну давай теперь полностью вот до этой мощности, что можно убить." And the student who was just in an experiment said, "Okay." И этот студент, который эксперимент принимал участие, хорошо, полностью повернул эту. And the person died, supposedly. И человек, ну, как бы понарошку умер. Он бы умер, если бы так и было. Well, he didn't know that this in the other room, this person, he didn't get any power. И этот в этой комнате. He just acted like he did. Он не знал, что этот человек был актером за стеклом или в комнате другой. But what shocked the world? Он был актером, а как бы не чувствовал. Was that 60% were willing to kill other people because a doctor said they should do it? Но шокировало то, что 60% всех принимавших участие в эксперименте пожелало убить того третьего человека, потому что им так сказали. So you see, when we meet people in authority, и когда мы встречаемся с людьми у власти, if you meet a policeman outside, или же милицейского встретите, you know he is in authority to do something. Вы точно знаете, что он у власти. So you obey him. Поэтому вы слушаетесь. Right? Да. That's how we do with authorities. We obey. Вот что мы делаем в отношении власти. Мы слушаемся. We obey authorities. Мы послушны властям. But when it comes to the church, но когда дело доходит до церкви, how is it? Как все происходит? How is it with authority in the church? Как дело обстоит с властью в церкви? Because later on we are going to look at how authority is established by God. Поскольку позже посмотрим, как власть устанавливается Богом. But it's half past. Is it time for a break now? Yes. He'll come soon. It's half past. Few more minutes. 10 more minutes. Maybe 5. When do you usually have your breaks? 3 more minutes. 3 more minutes. I have. Okay. So that was the Milgram experiment. It showed that people are willing, no matter what the outcome would be. И вот в чем заключался этот эксперимент Милграма. Независимо от результата, исхода этого эксперимента, у людей было желание to go far beyond their own limits if
заходить за пределы, далеко за пределы, далеко за границы, особенно если даст им это такое указание власть. And we are given authority to reign and dominate the earth, the sea, the fish, the animals, and all that creeps upon the surface of the earth. Как нам дана власть править, управлять, господствовать над животными, присмыкающимися, птицами, рыбами. So, let's look into the kingdom of God. Давайте посмотрим теперь на Царство Божие. And in Luke 10:1-20. Луки 10:1-20. We find a general authority given to all born-again Christians. Мы видим такую общую власть, которая дана всем рожденным христианам свыше. Actually, let's do that after the break. В принципе, давайте это разберем после перерыва.